Уголовное дело о заговоре с целью свержения власти заведено в Грузии. Поводом стала аудиозапись, которая недавно появилась в интернете. На ней, предположительно, Михаил Саакашвили призывает лидеров созданной им партии «Единое национальное движение» к государственному перевороту. Эти действия должны последовать в случае, если на грядущих парламентских выборах сторонники грузинского экс-президента проиграют. Если запись достоверна, единомышленники Саакашвили планируют проводить предстоящее голосование, цитата, «в революционной обстановке».